пятая глава книги пророка Иезекииля. «А ты, сын человеческий, возьми себе острый нож, бритву бродобрея возьми себе, и води ею по голове твоей и по бороде твоей, и возьми себе весы и раздели волосы на части. Третью часть сожги огнем посреди города, когда исполнятся дни осады. Третью часть возьми и изруби ножом в окрестностях его, и третью часть развей по ветру, а я обнажу меч вслед за ними. И возьми из этого небольшое число и завяжи их у себя в полы. Но и из этого еще возьми и брось в огонь, и сожги это в огне. Оттуда выйдет огонь на весь дом Израилев. Так, говорит Господь Бог, это Иерусалим. Я поставил его среди народов, и вокруг него земли. А он поступил против постановлений моих, нечестивее язычников, и против уставов моих, хуже, нежели земли вокруг него. Ибо они отвергли постановления мои, и по уставам моим не поступают. Посему так, говорит Господь Бог, за то, что вы умножили беззаконие ваши более, нежели язычники, которые вокруг вас, по уставам моим не поступаете, и постановлений моих не исполняете, и даже не поступаете и по постановлениям язычников, которые вокруг вас. Посему так, говорит Господь Бог, вот и я против тебя, я сам, и произведу среди тебя суд перед глазами язычников, и сделаю над тобою то, чего я никогда не делал, и чему подобного впредь не буду делать за все, за все твои мерзости. Зато отцы будут есть сыновей среди тебя, и сыновья будут есть отцов своих, и произведу над тобою суд, и весь остаток твой развею по всем ветрам. Посему живу я, говорит Господь Бог, за то, что ты осквернил святилище мое всеми мерзостями твоими и всеми гнустостями твоими, я умалю тебя, и не пожалеет око мое, и я не помилую тебя. Третья часть у тебя умрет от язвы и погибнет от голода среди тебя, третья часть падет от меча в окрестностях твоих, а третью часть развею по всем ветрам и обнажу меч вслед за ними. И совершится гнев мой, и утолю ярость мою над ними, и удовлетворюсь. И узнают, что я, Господь, говорил в ревности моей, когда совершится над ними ярость моя. И сделаю тебя пустынею и поруганием среди народов, которые вокруг тебя, перед глазами всякого мимоходящего. И будешь посмеянием и поруганием, примером и ужасом у народов, которые вокруг тебя, когда я произведу над тобою суд во гневе и ярости, и в яростных казнях, я, Господь, изрек это. И когда пошлю на них лютые стрелы голода, которые будут губить, когда пошлю их на погибель вашу и усилю голод между вами и сокрушу хлебную опору у вас, и пошлю на вас голод и лютых зверей, и обесчадят тебя, и язва и кровь пройдет по тебе, и меч наведу на тебя. Я, Господь, изрек сие».